бы есть плаценту. Меня не слышно? Слышно или не слышно? Что говорят, не слышно? В Сочи не знаю. По какому поводу собрания? А вот. Не, на самом деле собрание по поводу победителей марафона 11 потока. Будем генератором чисел выбирать победителей из участников. Вот, поэтому загадала желание, родила девочку 21.10.20. Офигеть, в мой день, круто. Глаза красные. Ну, спать хочу. А, расслабилась, тихо слышно. Это я могу. Просто раньше, наверное, я говорила гораздо громче. Ну, сейчас говорю, как говорю. Немножко тембр. Голос. Ну что, подключилась, привет. Привет еще раз, моя хорошая. Привет. Такая же история у тебя, это очень близко. Лицо видно. Это помощница в марафоне Викуля. Мы сейчас немножечко расскажем вкратце, что мы будем делать. Вот. Пока все подсоединяются. Блин, ну, тут все это личные вопросы начинают задавать. Они же не ожидали, что мы будем проводить по марафону эфир. Говорит, будешь, как говорит, а не, я не делала. Она говорит, ты бы стала есть плаценту. Что мне на это? Знакомиться, меня зовут Вика, я куратор марафона Виктории Цитурион. Вот, у нас два куратора, я и Аселька. И сейчас мы сделаем, у нас сегодня утром мы объявили победителей полного пакета, мы разыграли самый главный приз. Кстати, Светлана сегодня тоже должна выйти с тобой в эфир и сказать все, что она хочет. Ну, какой выигрыш она выберет. Блин, приз среди всех участников всех пакетов, экспресс-пакет и полный пакет. Слышно? Да, слышно? У тебя что-то с сетью. У тебя вообще сеть все квадратиками. Ладно, у меня? Короче, придется надо включить. Угу. Ну ладно, тогда давай ты сама, хорошо? Потому что я буду... Правильно, сама! Спасибо, ну ладно, все вкратце. Иди отдыхать, просто, блин, она просто на дне рождения по-любому не хотела выходить в эфир, помогать мне, вот, и там, может, плохо ловит, вот, поэтому ладно. В общем, сегодня мы объявляем победителей с помощью генератора чисел всех участников 11 потока, их 918 человек, вот. Будет 17 мест. Почему мне такие вопросы задавать? Можно я уберу этого человека с эфира? Он меня смешит. Лена. Я аж покраснела, господи. Я, конечно, люблю хайп, все дела, конечно, я в этом мастер, вот, но давайте без хайпа. А почему все сторисы с фильтром? Ну, как бы, у всех сторисы с фильтром, а что, что в этом такого? Дахары! Хорошо, что когда я сохраню эфир... Ваших сообщений никто не увидит. Вот, все, давайте серьезно поговорим. В общем, я тут скачала. Фу, господи, еще так покраснела. Сейчас. Скачала, короче, этот генератор чисел. Так, будем выбирать победителей. Передаю привет Ташкенту. Про массаж попозже расскажу. Так, 17 место. 17 место получает у нас, нажимаю номер,
258. Нет, без фильтра не камильфо, я ужасная женщина. Страшная. Так, номер 258. Сейчас загружу. Я не загрузила номерки. Сейчас загружу номерки. И, ой, как много вот здесь. 918 человек. Параллельно постараюсь вас развлекать. Закрыть страницу, чтобы это фигня. Почему закрыто? Я хочу отсюда. У меня тут номер. Выигрывать фитнес-резинки номер 258. Те, кто участвовали в 11-м потоке марафона. Так, это Дашка. 097. Аккаунт. Заходим. Ну, в принципе, она сама знает. Мы ей напишем. Так, номер 258. Я себе сохраняю. Ты выиграешь резинки. Блин, я одна, мне так сложно. И сюда смотреть, и сюда смотреть. А, короче, не, наверное, я все-таки тут выйду, потом с вами поболтаю, а розыгрыш сделаю в закрытом аккаунте. Мне кажется, так будет лучше. Вот, потому что, я думаю, навряд ли вам интересно, кто там что выиграл. А те ребята, кто участвовали в марафоне, они в теме. Вот, поэтому, да, так будет лучше, я думаю. Уже я смотрю этот вопрос, и что за призы, бла-бла-бла. И тут целых 17 человек, ой, фу, 918 человек. И 17 мест разыгрывать, и да, давайте туда все, ребятушки. Спасибо, дорогие. Все, увидимся там.